запланировали, сделали. В парке Наташинские пруды завершились работы по обновлению. Реновация, намеченная на 2020 год, закончилась возведением амфитеатра. Новое место притяжения посетителей парка оценил глава округа Владимир Ружицкий. Теперь фраза «встретимся в середине парка», она более четко выражена. Да. Законченный образ сердцу парка придал вот этот амфитеатр на 100 посадочных мест. Композицию удобного пространства для встреч дополнили просторная площадь с новой плиткой, лавочки и освещение. Мы будем проводить здесь, особенно в летний период, различные мероприятия с приглашением и артистов, и нашей такой самодеятельности. Мы можем заниматься самыми разнообразными видами и искусства, и отдыха. Строительство зрительного зала под открытым небом и благоустройство территории вокруг стали финальным аккордом в реновации Наташинских прудов. Для посетителей уже работает колесо обозрения, новая детская площадка и вейк-парк. В июне была запущена скважина для поднятия уровня воды в прудах. Это позволит сохранить уникальные водоемы. Преображение оценил и общественный совет парка. Смотрите, сколько простора, да, какие штрихи к портрету города добавлены. Узнаваемость высокая, да, у парка. Уже без подписи можно понимать, что это Наташинские пруды. Я думаю, благодаря вот таким проектам, таким особенностям создаются лица парков. Общественные советы парков начали свою работу в октябре. В них вошли люберчане, посетители зон отдыха. Основная задача организаций – вовлечение жителей в развитие и содержание мест отдыха. Все мнения горожан советы будут формировать и предлагать руководству парков. Люди должны участвовать в тех процессах, которые проходят в парке. И благоустройство, удобство. Очень много моментов мы уже с общественным советом обходили, видели проблемы определенные, над которыми необходимо работать. В числе ближайших задач – повысить комфорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отправить комментарий, предложение или пожелание по работе парка может любой житель округа. Ссылку на телеграм-канал Общественного совета парка можно найти на центральном входе в Наташинские пруды. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.